Новое славуты з'явілася ў Бабруйску. У центры города, каля будинку пожарной части, вратавальники установили чыгунную повозку с элементами мастацкой кухни и декоративными ліхтарами. Прикладно на таким транспорте у 19-м стагодзе тушили огонь доблестные бабруйские пожарные. Идея створения такой композиции возникла, коли у отдел по надзвычайных ситуациях один жыхару Бабруйска принес раритет – старую пожарную помпу. Майстрам заставалася только выковать с чугуну каркас повозки. Композиция набывая популярность сярод бабруйчан. Сюды приходят жадаючыя зрабіць фото. Кованую пожарную повозку облюбовала так само и мясцовая дзятва.